Жаль, что теперь нельзя выбраться из Мидгарда через храм Тюрата. Говорят, Фимбулвинтер затронет все миры. Ясно, но разве может быть еще хуже, чем тут? Эй, Свана, тебе не страшно? Храбрая девочка. Молодец, храбрая. Да-да. Ловко он с ними. Стоило ожидать. Спеки, как ты? Это всего лишь гром. Хорошая девочка. Умница. Я просто их... Спать! Иду. Многовато событий для одного вечера. Хотя, надо признать, мне вспомнились былые времена. Давненько мы втроем не пробирались по неизведанным лесным тропкам. Вернее будет сказать, это ты с нами давно не пробирался? О, ну, я от этого просто устал. Одна охота похожа на другую. Как ты можешь устать, если никогда не спишь? Усталость бывает разная. Сам узнаешь, когда подрастешь. Отдохните как следует, братья. Сами знаете, утро вечера мудренее. Я принес мед. Из меня плохой собеседник. О, нам точно найдется о чем поговорить. Сказал бы сразу, что не будешь. Зачем ты пришел?
вежливости. С виду ты спокоен и рассудителен. Ты же спокоен и рассудителен. Если того требует момент. Я бы сказал, что требует. Да. Ты знаешь, кто я. Незадолго до начала зимы произошло некое недопонимание, о котором я сожалею. Но теперь мы все лучше осознаем, с кем имеем дело. Так, то, что ты сделал с его детьми, самозащита. Мы, асы, живем ради смерти. И, скажем прямо, они были никчемными. Но Бальдер – другое дело. Он был моим следопытом, лучшим. Да, он утратил свой разум, но от него была польза, а теперь его нет из-за тебя. Понимаешь? За тобой должок. И ты тоже надоел. Что тебе нужно? Предлагаю мир. Может, мир устроит почтенного бывшего бога войны? Давай не будем убивать друг друга. Может, посидишь дома, дашь отдых ногам? Не будешь искать ссоры со мной? Я отвечу тем же. При условии, что он перестанет искать Тюра. Да. Мы знаем, чем ты занимаешься. Хватит. Старые порядки Тюра мертвы. Он мертв. Понятно? И тогда все, мы в расчете. Я даже пойду вам навстречу. Можете оставить себе пленника. Моего пленника. Да-да, я знаю, что ты здесь, рядом, сладкоречивый гаденыш. С какой стати нам тебе верить? Чего стоят твои обещания? А вот и он, мой старый подельник. А он похудел. Что бы он вам ни сказал, это ложь. Чему ты их учишь? Что, умнейший среди живых внезапно ослеп? Мы ведь хотим одного и того же. В общем, предлагаю тебе честную сделку. Я договорюсь со своей... бывший. Фрея вас больше не тронет. Никакой угрозы для парня. Тебя ведь это заботит, верно? Ну, что скажешь? Нет. Не затягивай. Наконец-то. Я давно этого ждал. Здешний.
У нас есть обычай. Кровавый долг. Это значит, ты поплатишься за то, что причинил боль моей семье. Сейчас объясню. Это за Бальдра. А теперь покажи-ка мне, что умеет убийца богов. Тебя называли богом войны? Твой брат сам затеял ту драку. Мне плевать. Не бей в полсилы. Это оскорбительно. Ты знаешь, кем я был? Ты про призрака Спарты? Да. Ты знаешь, на что я способен? Покажи! Вот это по-мужски! Я хотел поглядеть на клинки. Они на твой зов не отвечают. Я ждал от тебя большего. Сними мне свой звериный нрав. Просто безнадежен! Ты позоришь память моих детей! Как они могли тебе уступить? Это за магни! Я нечаянно, Тюр. Старый ты сам. В бою ведь не бывает твои нечестных. Твои сыновья напали на нас! Хорошо! Не сдерживайся! Ты поддаешься! Зачем? И это бог, истребивший целый пантеон, потому что его обидели! Неужто мои дети умерли, потому что тебе просто повезло? Тупица! Ты думал, здесь ты станешь отцом и начнешь новую жизнь? Так не бывает. Ты разрушитель, как и я. Ну уж нет. Я скажу, когда хватит. Покажи мне, какой ты на самом деле. Вставай! Не мог такой никчемный вояка одолеть моих сыновей. Это человек, низвергнувший Сигрун в королеву Валькирий? Ah!
Сдаться, Моди! Даже теперь он на последнем месте! Что ты сказал? Моги искал нас, боясь тебя. Он умер от нанесенных тобой ран. А ты у нас примерный отец. Знакомое чувство. Что? Неважно. Мне насрать на твои отеческие советы. Покажи мне бога войны. Ты начал это, а я закончу. Это чужеземный бог, сразивший Вальдра? Где твоя любовь к дракам? Выпусти бога войны! Яви мне его! Умно! Но это тебе не поможет! Что ты? Покажи! Покажи мне убийцу богов! Отправляйся к своим сыновьям! Что ты сильнее моих сыновей, хоть уже и не тот, что прежде. Но я не мои сыновья, а твой сын. У все отца есть виды на него. Он бог войны. Считай, твой долг уплачен. Свидимся. Говорил же он справится. Кратос, это Синдри и Брок. Ну и драка была. Может... Домой, живо! Сотроим Один! Я подготовлю врата. Ну, пошли. Тут все рядом. Как славно, что ты заводишь друзей. Мьёльнир, конечно, лупит, будь здоров. Ты же знаешь, что вы сделали мы? Ты уже говорил. Говорил, да. Просто не был уверен, что ты слушал. Но этот топор хотя бы теперь кому-то служит. Иначе в чем был смысл? Можешь попасть домой. И вот еще что, малыш. Раз асы смогли заявиться к вам на порог, значит, сдохла ваша защита. Как вышвырнешь Одина, советую поискать другое пристанище на сегодня.
Иначе можно и не проснуться. Я не оставлю свой дом. Да ну, сам знаешь, всему дед ничем не гнушается. Может и шпионить за тобой, и разнести твой дом по бревнышку, пока ты спишь. Он на все способен. Иди за мальцом, а я кое с кем потолкую, и, может быть, смогу устроить вас на время к нему. Я уж хотел тебя искать. Ты ранен? А ты? Что он хотел? Ну, заплатить за крышу. И он позвал меня в Асгард. Ишь ты, за дверью-то я вас не слышал. Я отказался, само собой. Хорошо. Для чего ты искал Тюра? Скажи я, что ищу его, ты бы мне запретил. И ты скрыл это от меня. Я хотел тебе рассказать. Правда хотел, но... Раз ты узнал, я должен тебе показать. Нет! Поверь, тебе нужно! Поверь! Ты лишился доверия. Так дай мне его вернуть. Дай показать, что я нашел. К тому же, Один наверняка вернется. И Тор. А они, похоже, могут выбить дверь и войти сюда всякий раз, когда им вздумается. Есть лишь один способ от них избавиться. И, кажется, я знаю как. Отец. Покажешь. Собирай вещи. Ты готов? Иди. Сдачи не надо, ублюдок! Куда мы...
Старый храм в Диколесье. Зачем? Будет проще объяснить на месте. Один тебе снаружи сказал еще что-то? Да. Он сказал, на Йотунхейм ему уже плевать. Он сам предотвратил Рагнарёк, и тайны великанов его не волнуют. Думаешь, он знает, что они мертвы? Меня больше тревожит его безразличие. Что он задумал? Что тут случилось? Дом совсем рядом. Налетчики теперь дерутся друг с другом? Это не их стрелы. Тут есть кто-то еще. Тут тоже тела. Свежие. Они пробрались сюда, когда защита угасла. Ну, или Один сам сломал защитное заклинание. Что ты видишь? Только следы зверей. Почти у моста. Ой, похоже, он обвалился. Поищем другую дорогу к храму. Парень, как тебя вообще сюда занесло? Мне снилось, что я здесь. Сны. Ого! Этот еще живой! Нет. Посмотри. Налетчик нежить? Кто убил? Соберись! Полагаю, надеяться, что их враг будет нам другом, не стоит. Видишь что-нибудь внизу? Проклятие, брат, что это было? Что-то сильное и опасное. Будь начеку. Да, я все время начеку. Ah!
мост когда рухнул? А, давно уже. И я ни при чем. Помнишь, я сказал, что кое-кто способен помочь нам узнать больше о великанах и Локи? Ты про Тюра, старого бога войны этих земель. Он умер. Ну, если он умер, то почему Один так старательно его прячет? Верно. Он знает, что Тюр может поднять миры против него. И Тюр был союзником великанов. Так что... Хватит. Приносит подношение, но ему плевать. Берегись! Низко! С этой колонны тут не было. Как я уже говорил, Тюр был союзником великанов, а значит, он согласится нам помочь. Если кто и знает что-то обо мне, то это он. Если он жив, его надо найти. Разве не так? Слишком много если. В чем ты уверен? Скоро увидишь. Move stick vertical choice. Move stick vertical choice. Что думаешь? Уж не знаю, что парень нашел, но он очень уверен. Раз мы уже тут, отчего не взглянуть? Тут много мертвых. Нам надо идти. Отец! Мои клинки! Левой стороны!
чисто! Брат, сзади! И все! Чисто! Удивительно. Всю дельную магию Фимбул Винтер свел на нет, а вот всякая дрянь так и полезла. Как нарочно! Человека зимы. Да? Все верно. Интересно, о ком это? Чисто! Просто удивительно. Всю дельную магию Фимбул Винтер свел на нет, а вот всякая дрянь так и полезла. Ничего пройдет, не справишься. Он и впрямь многому научился. Неприглядное зрелище. Чисто!
Осторожно! О, вот это бойня! Я повидал немало резни на своем веку, но для одного утра это многовато. Брат! Отец! Секерный Рекин! Ловчая! Берегись, брат! Похоже, вот и наш пищик! Рога светится! Может, слабое место? Твоему щиту конец, брат. Главное, не стой на месте. Берегись, брат! Похоже, вот и наш хищник! Чисто! Сверстник! Твоему щиту конец, брат! Главное, не стой на месте! Чисто! Рога светятся! Может, слабое место? Чисто! Let's
Эй, ты горишь! Хотя ты уже и сам знаешь. Последняя капля. Фимбул Винтер, Фрея, налетчики, незваный Тор с Одином, а теперь еще и ловчие. В лесах стало небезопасно. Отец, мамин щит. Тор разбил его, но... Может, гномы смогут его починить? Может. Потом. Идем, тут можно пройти. Зачем мы сюда пришли? Ладно. Помнишь святилище, что мы видели? С рассказами про великанов. Где на плите слева их происхождение, а на плите справа судьба. Да. Я их видел. Уже не раз. Ну, мы кое-чего про них не знали. Откуда ты знаешь, где их искать? Да, упавшей колонны тут не было. Но святилище совсем рядом. Похоже, тут постоянно что-нибудь рушится. Фимбул Винтер пьет силы всего в мире, даже камней. Должно помочь. Вот так, идем! Смотрите. Неожиданно. Идем. Атрей, стой! Не, стоять он не будет. Парень, что это? Где мы? Там, где могли побывать лишь великаны. Святилища хранят их истории. Но их главная правда, их тайны, все это хранится тут, внутри. Помнишь историю о Сколе и Хате? Двух варгах. Один поймал их, потому что думал, что это поможет ему, когда начнется Рагнарёк. Да, помню. Но это не конец истории.
Смотри, тут великаны освобождают Сколи и Хати. Освобождают? А это было или будет? Зависит от того, когда посмотреть. Говоришь, как великан. Видишь? Волки живы и здоровы. Где-то в Ванахейме. Да, там Один не сразу станет искать. Снова гонится за солнцем и луной. Снова за свое. А потом, вот, луна исчезнет. Ее украдут. Атрей. И Хати нечего будет преследовать. А говорят, от кражи светила никто не страдает. Уж не знаю, кто это. Но кто-то придет и освободит Луну. И тогда она закроет собой Солнце. Полное затмение. Такого не было уже сотню зим. Потом они побегут за стрелой, и все станет как было. И как все это связано? Сейчас расскажу. Смотри, вот Рагнарёк. Видишь, кто возглавляет армии, идущие на Одина? Это Тюр. И если он будет во время Рагнарёка, значит, он все еще жив. Верно? Мимир, это так? Один сказал, что убил Тюра, и тогда он мне доверял. Ну, по-моему. А что, если он его не убил? Что, если он просто держал Тюра где-то все эти годы? Снова эти «если». Хватит. Стой! Мы идем домой. Стой! Ты должен увидеть еще кое-что. Оно прямо тут. Что это? Все, что я нашел. Ну, почти что все. Работа великанов? Ты снова был в Йотунхейме? Нет, нашел в одном из других святилищ. Других? Во скольких ты побывал? Я? Ну, во всех. По крайней мере, во всех, что есть в Мидгарде. Я не знаю, что это, но оно важно. Как и все это. В одном из святилищ я видел изображение плененного Тюра, но не понял, где он. В других святилищах есть намеки. Там говорится о черном дыме и кровавой земле, но мы так и не смогли понять. Мне помогал Синдри. Слушай, это не он придумал. Я его попросил. Просто, чтобы он меня прикрывал. Черный дым. Кровавая земля. Может, тюрьма в Муспельхейме? Навряд ли. В первозданных мирах слово Одина не имеет веса. Кровавая земля наводит на мысли о шахтах. Возможно, мир гномов. Свартальфхейм очень может быть. Их шахты изрыгали черный дым, а Один долгое время держал гномов за бороды. Значит, туда. Тюр где-то в Свартальфхейме, заточен в шахте. Ну что, идем? Домой. Парень, даже если мы решим искать Тюра, как нам попасть в Свартальфхейм? Сам знаешь, Один замкнул границы всех миров. Синдри сказал, у него есть идея. А когда он говорил иначе? Помнишь, как тут мы впервые дрались с троллем? Я помню, как ты вышел из себя. Нужно ступать осторожно, брат. Я чую угрозу. Ты можешь драться без щита? Мне это не впервой.
Как думаешь, что мне... О, мы снова крушим все для дела и потехи. Мило. Мимир, что из речей Одина ты слышал? В их беседе? Немного. Они вышли за дверь. Но он ведь все рассказал. Успокойся. Но что, если он рассказал не все? Отразить удар! Низко!